Приветствую всех на канале Разносторонние Интересы. Решил я сегодня проверить в этом вот улье мед. Где-то месяц назад, даже больше, я отсюда забирал уже надставочку 15 полурамок. И тогда я поставил им две надставки. Одна на 230 рамка, одна на 145 через разделительную решетку, чтобы матка не прошла сюда. И смотрел неделю или где-то полторы назад, уже в верхней надставке был у нас мед залитый. Немного начинали печатать. И в нижней, когда поднимал полурамку с верхней, в нижней тоже видно было, начинали печатать верхнюю часть рамки. И думаю, уже полторы недели прошло, то должен быть запечатан уже лед полностью. Лед сейчас слабоватый у пчел, во всех буквально, потому что взятка маловато. Также видно, немного и воровок бьют. Ну, здесь сильная семья, так воровок не видно особо. А где семьи послабже, там воровки немного лазят. Семьи наши, где отводки сажал маток бахвост, уже печатанный расплод. Давно смотрел, есть. Уже скоро выведутся. Прижились три матки. Одна четвертая матка допустила ошибку, то ее убили там. Не досмотрел, молодая осталась, роевая, я подсадил. На завтра ее вынесли. Ну, три матки прижились бакфаса. Так что, думаю, неплохо тоже. Уже они полностью яйца ложат, уже печатанный расплод пошел. Думаю, потом их пометить, покуда немного пошел улья. Пришел маркер мне красный с Китая, специальный маток метить, то помечу потом маток. Сейчас погода, эти дни были дожди, грозы, я на рыбалке был, немного рыбы там наловил. А сегодня вот солнце такое, ну тоже тучи ходят, но решил я забрать все-таки мед, чтобы освободить пчелам для работы место. Эти пчелы у меня не роились в этом году. Есть что, три семьи не роились. Может, я не заметил, упустил, потому что то на рыбалке был, то так делами занят. Ну, думаю, все-таки, что роя не было. Вот. Заберем мед, если он печатанный, конечно. Откатаем сегодня. Будем надеяться, что запечатали, чтобы не зря мы залазили сюда. Ветерок подул такой. Думаю, злиться не будут. Сверху заберем быстро все и закроем назад. Конечно, будем забирать, только если запечатали. Ну, уже месяц прошел. За месяц по-любому зрелый должен мед быть. О, красотища. Походу будет закрытый уже. Пчел мало, значит, мед печатан уже. Thank you.
Даже было можно забирать уже, наверное, дней 5 назад. То, что время идет быстро, кажется, полторы недели назад заглядывал, то так вот печатка сверху только была. Но они, видать, их запечатали там в течение 5 дней. Надо было раньше брать. Ну, если снизу не допечатано, то не беды, место было все-таки у них. А если нет, то немного запоздали мы с отбором. Место у их ноль уже получается. Ну, посмотрим еще. Вот у нас полностью печатка на рамках. Леша, здорово. Здорово. Что-то тут все обалдеет. Работаем. Иди поджигнем. Нет. Зиба покусай. Покусай. Как хочешь. Как басишь? Надо уцекать, то там, блядь, летать, так будет въезжать, блядь. Вот. Придавил пчелку случайно. Вот, пару крайних не допечатали немного. Так что нормально место было у них для медосбора. Мед не капает, уже зрелый, он больше месяца стоит. Так что одну рамку оставлять не будем, заберем все. То, что сейчас пошел беззяточный период, чтобы они его не сносили на низу гнездо. Запечатано.
верхнюю доставочку забрали. Вышло у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамок. Две из них немного недопечатанные. Все остальные полностью снизу доверху. Сейчас будем брать 230-е смотреть. Скорее всего, что тоже будут закрытые. Ну, крайне я то не знаю, если с этой стороны. А здесь видно, где над расплодом, над гнездом, то уже будут должны печатанные быть. Сейчас поставим нашу камеру. Посмотрим. Немного заветрилась погода. Тучки пошли. Надо быстро дело это забрать. Занести в помещение. Там будем уже откатывать. Эту надставку я снимать саму не буду. Потому что там снизу решетка разделительная. То будет приклеена вся к гнездовым рамкам. Да, не буду трогать. Заберу чисто рамки. Если они запечатаны, заберу. Потом откатаю и назад сюда поставлю. А покуда прикроем потолочным или холстик возьму, где-то ульем соседним лежал. Приклеили, конечно, капитально к решетке. Надо сорвать одну рамку, а там пойдет дело уже. Вот. 230-я рамка тоже запечатана у нас. Чуть-чуть только уголок вот сверху. Не запечатали еще. И с этой стороны. Будем брать. Ну, как раз угадал. Места еще немного было доносить им. Как раз добили они два корпуса. А то я все думал, что уже места нема. Тут их, ну, я говорю, смотрел неделю полторы назад, неделю где-то. То было у нас здесь уже, было видно печатка в этом корпусе. Вынимала верхнюю полурамку, смотрел, то здесь уже печатать начали и там. Ну, а так вот недельку полторы подождал, думаю, уже добили. То, что уголок немного недопечатан, это ерунда. А так снизу доверху уже. Как у нас они запечатаны. Только уголки. Ну, еще даже видно, вон в углу пустая ячейка. Как раз мы у них заберем, вот сейчас поставим. Будут работать, потому что гречку колхоз посадил. 2 километра от меня где-то находится поле. Недавно посадили гречку, думаю, через недели 2-3, может 4, если погода будет нормальная, начнет выделять нектар, будут гречневый мед носить с гречихи. Редко когда мед у нас здесь. То, что садили только, наверное, 5 лет назад гречиху, и то 3 километра даже было. А это 2, даже меньше попробуй. Так что заберем сейчас все, поставим назад, пускай уже работают, думаю, до осени как раз заносят. Это получается 230-е, 10 рамок, 10 сантиметров. Ну, получается, вот у нас, если перерасчет на полурамки сделать, 30 полурамок, это 2 больших магазина на полурамку. Это если пересчитать 230-ю эту рамку и те, что были,
два больших магазина они заносили за месяца полтора где-то. И перед этим магазин. Три магазина в этом сезоне уже с этой семьи мы взяли. Ладно, буду работать. Говорит, много не буду, потому что тусы идут. Может дождь начаться. Ну, во всех рамочках уголки только не долеплены. Ганю немного, чтобы трусить меньше было. Накрыю эту надставочку холстиком, чтобы было меньше у нас потом сгонять пчел потолочный. Сниму по холстику, курану немного сверху. Они сбегут, потому что когда будет пустая надставка так стоять, покуда я откатаю все, да, пообрезаю лишний воск, да покуда водой сбрызну, чтобы поставить назад, то время немного займет, то будут тут пчелы много сидеть. И когда с потолочных сгоняешь, они расползаются, вылазят. А так я сниму потолочный, по холстику курну, обтрушу их, низа не сойдут, потом же поставлю назад все. На улице жарковато сейчас. Позавчера ливень шел день целый. Вчера так дождик немного крепал. А сегодня около 30 жары и солнце с переменной облачностью. Вообще-то самая щучья погода на щуку ехать. Но надо пчелами немного позаниматься. То, что уже, наверное, я тут месяц точно не работал. Как прошло роение, так и все. Это положим наверх. Так. Все. На этом будем заканчивать. Мед мы забрали.
Вот наши 230-е рамки. Это только две крайние, немного так недопечатанные. Все остальные почти там полностью. Получилось у нас 10 полурамок. С них все печатка. Две чуть-чуть недопечатанные. И 10 230-е рамки тоже все запечатанные. Только две немного так больше уже не запечатанные. Потом все это дело мы откатаем. Вот у нас раевня стоят, рамки. Раевня для рамок у меня пеноносным ящиком служит, когда не роятся пчелы. Здесь стоят 9 рамок. Это одна не влезла. И здесь 10 полурамок. Ладно, будем все закрывать. Там вон видно. Туча идет. Здесь те тучки. Закрой, пускай, покуда пчелки отдохнут. Хотя можно тут с краю было бы гнездовую вынять, еще посмотреть крайнюю. Но это уже по осени с краю позабираем в их гнезде. Покуда освобожду место под полурамки, будут работать, где им положено. Гнездо не будут таскать, а будут таскать надставочки. Ладно. Покуда сегодня заберем в одной семье. Тех семей у нас наверху стаю я. Недопечатанные. Тоже уже месяц прошло почти. Думаю, может, подопечатывали. То, что смотрел, тоже так вот. Полторы недели назад были они еще недопечатанные. Это я не трогал. Там снизу места много было. По 15 полурамок пустых, полностью откатанных я ставил. Так что особо не волнуюсь. Пускай работает. Через неделю погляжу. А покуда забрали мы семейку ту, в которой уже места нету под мед. Освобожду сегодня, все поставлю назад, буду работать дальше. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, до свидания.